Тоже та же самая комбинация. Леша мне бьет двоечку. Я вхожу, он закидывает мне ножку. Тут различные фишки есть, но наиболее простое, да, оно у меня всегда получалось. Обращай внимание, как бы я сейчас вам даю то, что как бы я в свое время делал, и делал достаточно неплохо. Ваша задача, смотрите, опорную ногу, она выносится вперед, и носок, вот эта пятка, это носок, разворачивается. При этом вы делаете присед, и когда вы делаете одновременно присед, вы его доворачиваете. Ошибка многих бывает, вы сначала делаете присед, а потом пытаетесь довернуться, это не получится. Если противник опытный, он просто на вас так и упадет. Поэтому показываю быстро, да, движение. У меня травма тазобедренного, точнее, мне поменяли тазобедренный сустав, поэтому не знаю, как я покажу. Вся вцепился, да, вот я поднимаю тебя. Да, движение получается, ногу. Смотрите движение за ногой, да? Вот. Сюда. Еще раз, медленно. Двигаемся, он бьет двоечку. Я ловлю, пытаюсь. Но при этом, смотрите, моя фишка, при этом моя задача поднять его и бросить. Если он мне ногу не доведет, это его проблема. Пошел. Вот, раз. То есть вы находитесь вот в таком положении. Нога идет вот. Вот. И одновременно с доворотом. При этом вы всегда находитесь в положении полуприседа. Прямые у вас так ничего не получится. Движение вот. И доворот. Меня тоже так пытались несколько раз бросить. Если парень сверху не промах, а он промах или не промах? Нет. Не промах, он. Ты просто можешь мне не дать это сделать. Но сейчас это не надо делать. Учимся. Еще раз показываю. Все нормально. Еще раз. Раз. Пытались поднять. И потом сюда. Постарайтесь, чтобы он окочутился. Точнее, его часть тела спины оказалась первой на татами, а не вы. Потому что многие как делают? Вы сначала упадете, а потом его перевернете. Балл дадут ему, потому что он оказался сверху. Каждый работает по 4 минуты. Приготовились.